Приехали, блядь. Пацаны целые? Не 500, да? Колесо? Ну да. Пизда, сука. Тяжелые будни фронтовых дорог. В общем, ехали. Ночью укропы регулярно разбрасывают лепестки. Это противопехотные такие мины. Судя по всему, мы сейчас на один из них наскочили. Он сдетонировал. Ну, как бы нам угрозу не представлял, так как мы были в машине. Но колесо вот в минус. Сейчас придется его менять, а эти пидоры могут открыть огонь. Да, вот здесь вот была детонация.